Павлодарские ученые сконструировали транспортное средство повышенной проходимости. Почти полгода понадобилось машиностроителям факультета инженерии местного университета, чтобы создать настоящий болотоход. Сейчас аналог дорогого квадроцикла проходит технические испытания. Прототип уже показал высокие характеристики, как по пересеченной местности, так и в заболоченных условиях. Над недочетами разработчики продолжают трудиться, но авторы уверены, их детищу будут покорны любые препятствия, самые сложные климатические факторы. Вездеход обладает мощностью двигателя в 75 лошадиных сил, его масса 600 килограммов, он может развивать скорость до 60 километров в час. Главное преимущество – небольшая себестоимость. Собирали конструкцию за свой счет. Запчасти и агрегаты отечественного производства. Использовать болотоход можно как на рыбалке, так и в сельском хозяйстве. В ближайшее время авторы намерены сертифицировать разработку. Мы делали для себя как бы самый дешевый вариант, но пробовали, испытывали. Систему устанавливали ГУРа, гидроусилитель руля, ставили ароматизаторы, электроусилители руля. Модификация двигателя может быть вообще разная от любого производителя. То есть мы можем самое минимальное, мы которые ставили, это 10 лошадиных сил. Что если просто по степи как бы ездить, не буераком, там прям таким, где нужно будет, да, больше лошадиных сил. И до 30 лошадиных сил, а так даже, ну, в принципе, можем и от машины поставить,